Залп пушек, абордаж шведского парусника российскими моряками. Легендарное гангутское сражение Великой Северной войны реконструировали на фрегате «Триумф» 40 актеров. Первая победа российского флота, его зарождение – главная тема третьего международного морского фестиваля. Мы, конечно, нашими ресурсами не можем показать его в полной мере, поэтому мы сделали такую сценическую постановку с участием большого количества пиротехники, большого количества трюков, каскадеров, чтобы всем нашим зрителям, кто пришел на фестиваль, детям, семьям было интересно это наблюдать. Интересную программу для всех пришедших приготовили и на суше. На пляже Петропавловской крепости развернулся парусный стадион. Открылась выставка регата судомоделистов, маринистов и даже экспозиция маяков. На свежем воздухе заработал открытый кинотеатр Ocean TV. Для гурманов организовали фестиваль «Море еды». Особое внимание уделили музыке. Сальса, джаз, карибские мотивы, музыку моря и портовых городов подготовили музыканты из разных стран. А хор Санкт-Петербургской метрополии вместе с театром «Малый Трианон» представил театрализованное шоу «Гангутское действо». Яркое завершение большой петербургской парусной недели. Финальный аккорд первого дня международного морского фестиваля «Гангутское действие» венчает фейерверк с корабля «Триумф» и само представление, и этот салют – всего лишь небольшая частичка, репетиция перед финальным шоу, которое состоится в воскресенье вечером. Здесь, в акватории Невы, развернется настоящий балет парусов.